Мне очень приятно, что здесь, вы сказали, 10 депутатов. Никто их не заставлял. И человек меняется, и мысли меняются, и направление мысли меняется. Подумали, посмотрели, взвесили, здесь интересно высказывались, что политика правого решения, если оно состоится, то оно будет политика правой. Но факт то, что вчера Астамур Логова по телевизору был один, там не могли себе помыслить, но могло быть еще один-два депутата, место было. Ну, вот он пришел. И он говорит, я гарантии не могу дать. И здесь говорят, гарантии. Говорю, они тоже не могут дать гарантии. 10 человек плюс 1, 11. Это третья часть, даже меньше немного депутатского корпуса. Но с другой стороны, еще 7 человек и могут решение принять. Это же не конституционный суд, правильно? Я чему говорю? Вот пришли, они гарантию дать не могут, но они будут стараться. А может так случиться? Ведь вопрос-то вот голодания в связи с очень важным вопросом, который является лакмусовой бумажкой. Насколько наше общество больно и насколько наше общество вообще может выйти и попытаться выйти из болота, в котором мы находимся. Я к чему это говорю? Может быть так случится, что то, что вы сделали сегодня, пришли, вы там определенное влияние получите, и завтра поддерживаете еще хотя бы 7 человек. Может, это будет началом реального преодоления вот этого раскола, искусственно созданного, и единения народа, понимаете? Вот, а что от вас зависит? А с другой стороны, я, конечно, не могу говорить, ну давайте, прекращайте. Это все сознательные люди, и не каждый из нас мог бы пойти на это. И дух для этого должен быть. Еще кое-что должно быть, понимаете? Они пошли, я их приветствую, но я их никогда не толкал на эту мысль. И я в этом смысле ничего не могу сказать. Прекращайте или продолжайте. Теперь другой момент. Поймите правильно. Никто никого здесь учить не собирается. Я взял Конституцию нашу. Вот статья 11. Что она буквально говорит? Может, вы в курсе ее? Если в курсе, тогда почему? А может, вы пропустили? Ничего страшного. Шахома, Бианор, я же на твой слух тоже. А ты, дорогой слух депутата, отвлекаешь в данный момент. Я от тебя не ожидал. Извините. Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во всеобщей декларации прав человека, в международных пактах об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах. Подходит нам эта ситуация? К этому содержательной части нормы этой. И на всякий случай закон сказал, других общепризнанных международно-правовых актов. Это международно-правовый акт, конвенция. Мы можем сказать, выверни наш законодательный акт. Мы присоединяемся к конвенции. Полностью все равно присоединяемся. А если практики будут помехи, что здесь не соответствует, все прочее. Но поскольку законодатель абхазский, он в этом смысле ставит вот эти конвенции международно признанные акты выше законов Абхазской республики. Так же, как и в России. Во многих странах так стали. Ничего страшного. Здесь не речь идет о каких-то фашистских международных каких-то там этих самых. А вот именно таких правильных, интересных во имя народа, понимаете? Коррупция и прочее. То есть в этом смысле не нужно было ставить вопрос и принимать даже закон. Уже здесь сказано об этом. Но раз возникла такая ситуация, давайте действительно примем закон. И не будем выглядеть неубедительными, некомпетентными. И парламент, и все мы, кстати говоря. И гражданское общество, и юристы, и те же аферисты, которые там хотят из себя что-то корчить, понимаете, и крутить. Манипулируют общественным сознанием. А если там действительно противоречит, где-то в течение, ну не дня, не двух, недели, две недели, можно же решать. Когда надо было в течение двух дней принимали закон или отменяли закон. Потом есть такое понятие практика. Ну какие-то там моменты не соответствуют, можно привести в соответствие с конвенцией. Ничего страшного нет. Абширов желает, народ ждет. Ждет, что другая недостающая для кворумного решения вопроса часть парламента встанет на позицию вашу, как вы вот сегодня пришли и высказали свои соображения. Вслед за Астамуром и вслед за тем же Лоло, другие ребята здесь. Аббас Куянов, Саша.
Чехов.